Значит, я тебе так прямо и скажу. А ты хочешь обижайся, хочешь не обижайся. Давайте не будем, а то сейчас опять поссоримся. А, ничего. Как поссоримся, так и помиримся. Так вот, уж больно ты, девонька, высоко себя ставишь. Ну, неужто у тебя на работе нет ни одного нормального мужика? Ну, только не женатого, конечно. А вы-то, моя дорогая, до сих пор почему еще не замужем, а? Ну, просто интересно. А, да потому что дур была вроде тебя, привередничала. Вот одна и осталась, а ты на меня-то не смотри. Ты умнее будь. С Рябочкой погулять не забудьте, ладно? Ты, господи, я ей про Фому, она мне про Ерему. Ну вот это ты зачем? Когти-то ей лаком выкрасила. Потому что она красавица и модница. Беда с тобой, беда. Да, приехал. Недавно. О, идет. Царевна наша московская. А вообще ничего такая, да? Макс, ее похитили, Макс! Все, я на браслеты. Все, Макс! Ой, у меня губы поехали. Поехали, иди поправь. Нормально, Лера, да, смотри, какая, да? Да? Может быть? Лер! Лера! Да? Где помада? В машине! Лерочка, работаем, ты в кадре! Давай, возьми вот эту железку, железку возьми, давай. Отличненько. Хорошо. Мне кажется, я с ней как дура. Нормально. Торчать. Может быть, все-таки внизу отснимем, а? Лер, не вибрируй, а? Ольга, Лерка! Тут это! Больше вызывайте полицию! Она ушла в гостиницу. Да ничего не сопротивлялась. Слушайте, парни, я не понимаю, что происходит, реально. Давайте приезжайте. Хоп, Сашка здесь, пух. Ты поганый, Стоша. Я тебе дам, Саечку, привет. Здорово. Ты что, в номере? Да, в номере. Значит, администратор сказал, что номер заказан на некого Бакланова. О, да? Красиво. Че за пассажир? Полкаш московский. Зять генерала. У него с нашей Борзовой служебный роман был. Подожди, то есть это тот полкаш, за которого нашу ссылку отправили? Ага. Ого. Это выходит не похищение, да? Погнали, что-то здесь поторчим. Не-не-не. Ну, что придумал? Есть у меня симка одна, левая. Ага. Ну, давай. Какой же ты гад, Бакланов. Я только начала тебя забывать. Да. Да.
Я ничего не могу с собой поделать. Я тебя очень люблю. Я не могу без тебя. Если ты приедешь еще раз, я сообщу генералу Гришину. Да ладно. Да. Прям генерал. Да. Да? Ну ладно, ну прекрати, ну прекрати. Ну ты же любишь меня. М? Любишь? Нет. Почти не знаю. Важно чуть-чуть. Угу. Обожаю тебя. Я тебя очень хочу. Я тебя очень люблю. Я просто не могу сейчас пока бросить жену и детей. Хватит! Вася, хватит! Я прошу тебя, ну не торопи ты меня, а! Вася, не мучай меня! Ну ты же знаешь, мне придется сделать этот выбор. Дай ты мне немного времени. Будь честным с самим собой, ты уже сделал выбор. Выбрал генерала Гришина, а это любовь навсегда. Ты же обманывал меня. Ты говорил, что у вас уже давно с женой ничего нет, что вы не живете вместе. Что это просто формальные отношения. Вы же в процессе развода, да? Я же была идиотка, когда верила тебе. Проявила слабость, что ж. Ты самая тупая дура, которую я когда-либо видела. Неужели ты не понимаешь, что я не могу вот так вот в одночасье закончить свою жизнь и начать все с нуля? Я люблю тебя еще. Ничего, пройдет. Не появляйся больше в моей жизни. Это моя последняя встреча с тобой. Дай другую комнату! Чисто! Я приношу свои извинения, товарищ полковник. Поступил анонимный звонок, что именно в этом номере заложена бомба. Надеюсь, шум поднимать не будете? Обещаю. Еще раз извините. Все нормально, ваши ребята поступили грамотно. Дешевки. Алексей Сергеевич. Правда, ну ребята байкеры позвонили, знакомые. У них здесь взлет, а в здании говорят бомба. Вы еще и байкеров подогнали. Я поняла, майор. Ну как мне вам доказать, никак. А? Да, Борзова. Да. Где? Да, сейчас будем. Группа со мной, да. Я без них теперь в туалет сходить не могу. Да. Убийство в речном порту, знаете, где это? Да, конечно. Ну? Прошу машину. Парни. Понимаете, мы фотографировались, решили пойти на новое место и случайно это все увидели. А где это случилось? Вон там вот. Мы очень испугались. Это было просто ужасно. Понимаете? Поэтому я и не буду снимать входящую депрессивную натуру. Мне кажется, это вот как раз заброшенный порт, и счастье – это как будто бы образ нашей разрушенной жизни. Ну, моей и моих друзей. Ага. Вы же видите, эти корабли, они мертвы, но, понятно, их останки – это и есть самое настоящее. Это сталь, это стекло, это дерево. Понимаете? И главное, никакого пластика и никакого эрзации. Может, тут еще есть сообщить мне? Не про концепцию творчества. Алевтина Сергеевна! А... На минуточку! Все, спасибо. Нет, ну погодите, я же просто хотел вам объяснить. Да, вы все сделали правильно. Потом. Что там, Вениамин Александрович? Алевтина Сергеевна, ну как-то так. Так. Серега. Вы знали убитого Максима? Это Сережа Никитин. Из наркоконтроля раньше работали вместе. Ну, называйте его коллег, возможно, убийство на профессиональной почве. Три последних месяца вели мы группу наркоторговцев. Главный Шилов.
84-го года рождения, нигде не работающий. Две ходки, одна по малолетке, обе за наркоту. И что, это зашло в крупный дилер? Я вам так скажу, он ушлый парень. Крупный, не крупный, у нас, говорят, крупных не осталось. 2 года назад было крупное, 12 человек посадили. Шилов мелкая сошка. Человек 5 в верхней части города под ним по улицам бегают, мы их всех знаем. А вот кто поставщик, не знаю. Специально на Шилова сели, хотели выйти на оптовиков. Вот. Миш, скажите, а Шилов знал, что вы за ним следите? Да знал, конечно. Ну, мы с Серегой машины меняли то на его, то на моей. Но засветились, конечно. Ну что, я считаю, что Шилова надо брать? Да. А я не уверена. Из того, что сказал Михаил, я не вижу Шилову основания убивать Никитина. У вас же ничего почти на него не было. Ну, какой смысл? Да смысл такой, что Серега пас его и мог нарыть что-нибудь. Мы ж спасли этого Шилова очень давно. Он все время ездил мимо этого порта. Только почему-то не останавливался. Наверное, нюх подсказывал, что за ним хвост. А может, Серега нарыл что-то и решил его на передаче поймать. А те заметили Серегу и все, завалили. Я думаю, Шилова этого надо брать. Максим и Николай с Антоном займутся этой линией. А майор Борзова пусть занимается поиском других мотивов убийства. Вам Тарас поможет. Отлично. Свободны. Не, ну совсем одурели, а? Самогонный аппарат в открытую продавать. Заводское производство. Так, производительность, нержавейка. Да не, ну это фигня. Вот у моего дяди самогонный аппарат. Это ж не аппарат, а бульдозер настоящий. Да? Фу, да, на задах стоит в огороде. Да, не самогонный аппарат, а стартовый комплекс на Байконуре. Печально. Замечательно, отличный самогон. Печально, что запись циклическая. Была бы память на карте побольше, может, убийца уже был бы. Мне когда в армию провожали, 5 ведер выпили, а все село гуляло. Алевтина Сергеевна, вот какие-нибудь задания, а? Я уже устал без дела сидеть. Вот эту, блин, газету измусолил 6 раз. Давайте-ка мы сходим к эксперту, Тарас. Может, уже есть какие-то результаты. Усадила. А где-то неделю назад утром садится ко мне в машину, смурной такой, и молчит все время. Ну, я говорю, Серега, что такое, братан, что случилось? А он отмахивается, типа, забей, давай, неважно. Но я же вижу, что что-то не так. Я говорю, Серега, давай, братан, колись, рассказывай. Он говорит, Миша, сон приснился, как будто бы убили меня, ты представляешь, да? И я поднимаюсь на таком прозрачном вертолете и сам же внизу лежу, а ты ко мне подбегаешь, трясешь меня, Серега, братан, кричишь, не умирай, Серега. Представляешь? Но я прикололся, говорю, ну, знаешь же, как говорят, да, не бери в голову, значит, долго жить будешь. А сон-то вон вещи оказался. Макс, вот он! Макс! О! Приехал, гнида! Ну кто? Что за непонятно? Не дергайся! Не дергайся! Что за непонятно? Не дергайся. Спокойно всем. Мы сами из полиции. А что надо? Не дергайся. Ты чего творишь? Люди кругом. А что, думал, в сказку попал? Смерть наступила от удара тупым предметом по голове. Но есть странности. Удар был сзади, и Никитин, очевидно, знал убийцу, раз не был готов к нападению и повернулся к нему спиной. Много странностей. Я вообще не понимаю, как опытный человек Никитин мог так подставиться. Ну ладно, еще огнестрел из укрытия, а вплотную сзади не ожидал нападения. Странно. И машина была заведена. Я так разумею. Что он за цим Шиловым стежив, да, відсаді, ховаючись? Что? Тарас? Следил. А то его быстро змалював. И став стежити уже за Никитиным. А потом вдарив его сзади. Возможно, но не думаю. Чому? Я не вижу причин Шилова убивать Никитина. Он же не безумец. Вроде не. Да, Максим. Шилова взяли.
Ну, хорошо, держите в курсе. Тарас, давайте-ка съездим еще раз в порт. Угу. Порт, порт, порт. Портер ты будешь, портер. Ай, ты мой хороший. Да не трогал я твоего кореша. Ты даже не представляешь, сколько раз я слышал это Гонева. Командор, ну что ты трешь, а? Тебе реально убийцу надо поймать или тебе по барабану? Прости, в натуре начальник, прости. Я жду. Ну, дружище, ну правда, ну не трогал я его. Ну, видел я, пасли меня, да. Валить-то его за что? Взяли бы меня, пошел бы на третью ходку. В чем проблема-то? Не первый раз же. Я же не отрицал ее. Да барыжил я медленно, ну так, для своих, чисто, чтобы на чек себе наварить. Командор, ну я невиновный, ну отвечаю. Знаешь, что я тебе скажу, падла? Я бы на твоем месте ночью, мразь, повесился. Серега был настоящий пацан. А тебе, сука, в тюрьме адский ад будет. Поверь мне, я тебе устрою. Еще можно встать? Да вставайте, вставайте. Где-то там. Что вы кажете? Вот где-то там убийца должен был поставить машину. Шилов. Возможно, Шилов. А чему там? Потому что Никитин выходил из своей машины и пошел вот сюда по направлению к убийце. А в это время его ударили по голове. Значит, убийца прятался где-то вот за этой штукой. Машина убийцы должна быть где-то здесь. Должна была стоять где-то здесь. Тарас, да. Смотрите. Да, правда, Валентин тренер. Вы этот прям, как его, экстрасенс. Вот, спасибо. Вот она, машина масла. Засохший. Вот блин. Вот тварь. Вот тварь. А вот тварь! Миш! Тварь! Тварь! Успокойся! Мужиком, ты что? Жить, надо дальше. Миша, все, успокоился. Потом с Груздем вышли на улицу. Но я увидел этого вашего, как его, Никитина. Ну что, замолчал? Я записывал. А что с лицом подозреваемого? Подскользнулся, бедолага. Подскользнулся? Ну дальше чего? Рапорт. Капитан Горохов избил подозреваемого Шилова. Я требую, чтобы капитана отстранили от ведения дела и назначили служебное расследование. Вы, конечно, знаете, что в машине Шилова нашли биту, которую он убил капитана Никитина. Ну, во-первых, у нас нет заключения эксперта о том, что именно этой битой убили Никитина. А во-вторых, я не думаю, что это дает нам право избивать подозреваемых. Послушай, Борзова, ты, конечно, все говоришь правильно, верно, все как положено, но это только потому, что этот убитый капитан никто для тебя. А ребята его очень хорошо знали. Он же до наркоконтроля у нас служил. Там ему квартиру пообещали, вот он и перешел. Это товарищ Горохова, понимаешь? Тем более тогда его надо отстранить от дела. Да, майор, вижу, ты не поняла. Идите, работайте. А что с Гороховым? Отдыхать отправлю.
Никакого продолжения не будет. Никакого служебного расследования. Это, надеюсь, понятно. Вполне. Я могу идти? Да, идите. Алевтина Сергеевна, вечер добрый. А я вас жду. Здравствуйте, вы могли позвонить просто? Мне нужно для приватной беседы. Да, слушаю вас. У меня есть сведения, что Горохов избил подозреваемого. И? А у меня нет свидетелей. Подозреваемый не даст показаний на него. Не по понятиям стучать даже на полицейского. И что вы хотите от меня? Я не была свидетелем избиения. Горохов говорит, подозреваемый упал, у меня нет оснований не доверять ему. И поэтому вы написали рапорт генералу? Я не знаю, в какие игры вы там играете. Под кого вы копаете, под Решетникова или Горохова, или, может, генерала Пырова. Я в эти игры не играю. Если у вас есть вопросы ко мне, обращайтесь официально, я отвечу. А зря ли все на Сергеевна, они сожрут вас. Вы не понимаете местных раскладов. Точнее, не хотите их понимать. Я ваш единственный союзник здесь. Единственный. Я хочу быть не только союзником, но и вашим другом. Что-то выбрали? Риски. Сунуй. Молодца, и зверь бежит. Зодин представится. Михеев. Индивидуальный предприниматель. Простите, что я так гоню. Ну, а чего тянуть кота за хвост? С более полночи пришло. Рассвет уж близится, а Германа нет. Я хочу пригласить вас провести романтическую ночь в моих скромных апартаментах. Да, сколько с меня? За счет суждения. Ты че, овца? На кого тянешь-то? Сведения, майор Борзова, что она здесь в провинции, нормальная опера. Товарищи не стучат. Не к тому, что, может, у вас в Москве это нормально, а у нас это позор. Это я сейчас как бы намекаю на вашу дружбу с месье Шумовым. Мне тоже есть что вам сказать, майор Решетников. Нормальные опера не дают номер телефона товарища под объявлением о секс-услугах.
и не делают анонимных звонков о заложенных бомбах в номере, где у их товарища романтическое свидание с любовником. Это я уже молчу о ваших визитах к генералу Пырову. Василина Сергеевна, Люся, что больше заняться нечем. И еще, майор Решетников, позор выбивать показания кулаками и угрозами. Позор покрывать товарищей. Их рукоприкладство. Я так считаю. Ты что, майор? Ты что, сейчас прикалываешься? Или ты реально не догоняешь? Этот подонок убил нашего товарища. Между прочим, отличного парня. Отличного. Если ему кто-то предложил, то знаешь, это... Нормально он сделал. Я делаю хорошо. Признание тут подписал. У тебя вопросы есть? Вам что, напоминать хрестоматийные истины? Вы не помните, сколько людей признались в преступлениях Чикатило? Борзый ты. Алевтина Сергеевна, здравствуйте. Ух, какая интересная женщина. Вот она. Да уже бачу. Ага. А дай мне эту приблуду, Винину. Слышь, стара колымага, а масло почти не гонит. Может, підемо где-нибудь похаваем? Ну что, можно. Вообще-то. Скажи, а ты с этой стервой как там? Скарифонился, что ли? Я? Да нет, чисто по работе. А что? Шо-шо. Ничего, просто так спросил. Ну, не знаю я, чем он занимался. Да наркотиками он занимался, Тани тут нет. Да для вас нет. А мне он почему-то не рассказывал об этом. Да наркоторговцы шикарно живут. На яхтах ездят, на крутых тачках. А у нас Нива древняя, только на запчасти. И долгов 28 тысяч. В сортире унитаз год заменить не можем. Извините уж за подробности. Где ваш муж был вчера в первой половине дня? Да дома он был. Овощем лежал на диване с бодуна. Накануне у его одноклассника днюха была, ну, они и наотмечались. Я ему с утра за пивом бегала, чтобы не сдох. Иначе на кого бы вам пришлось это убийство спихивать? А кто-то, кроме вас, может подтвердить, что он был дома? Нет. В его машине обнаружена бита, которую убит капитан Никитин. Да подбросили ее. Чего тут непонятного? Машина сломана, сигналки нет. Любой пальцем откроет и подкинет все, что хочешь. Теперь вам надо все это написать. Что именно? Ну, вот все, что вы мне рассказали. Про мужа, который не выходил из дома. Про машину тоже. Ну, все поподробнее. Я что-то не понял. Шилов признался, она дело не закрывает. Я что-то не понял. Мы же ее сделали, ей обидно. Так. А, кстати, слушайте. Че? Что там с нашей бомбой, а? В смысле того, что страна-то должна у нас своих героев или нет? Ну, например, генерал Гришин. Вообще-то это называется стучать. О! А то что, дело не то, что стучать, не стучать. Просто я смысла не вижу. Почему? Ну, смотри, это же косяк Бакланова, не наша майорша. Если бы она к нему в Москву приехала, другое дело. Ну, а так, ну, хорошо. Устроит генерал Гришин Бакланову маленький ад. Значит, потом помирится по-любому. Ну, правда, помирится. А мы с тобой и врага живем. Оно нам надо? А, теперь послушай меня. А если он отправит куда-нибудь во Владивосток, подальше от своего полкаша? Если Бакланов нас с тобой куда отправит? Подальше. Во Владивосток. Ну, да. Ёлки-палки, какой-то фигней занимаемся за этой. Давай. Он начал предъявлять за наркоту. Там, ну, зацепили слово за слово. Он сказал, что закроет меня на зоне, а я не хочу на зону. Разозлился. Где была бита? Где? В машине лежала. Я достал и ударил. Он видел, что вы достали биту? Видел, конечно. Я хотел уклониться, а я ударил по голове. То есть вы стояли друг перед другом, лицом к лицу. Вы достали биту, он видел. Пытался увернуться, вы оказались шустрее, так? Ну, как-то так. Куда упал Никитин после удара? Да не помню я, куда он упал. Упал. Только время с вами зря теряю. Ну, чего опять не так? Я же сказал, я убил. Ну, какого вам еще надо? Чего вы мне нервы трепете? Я все сказал, как надо. Вы
Здравствуйте, майор Борзова. А вы Нина Никитина, да? Да. Примите мои соболезнования. Спасибо. Я могу зайти? Да, конечно. Хочу вам несколько вопросов задать. Решила сама к вам приехать, чтобы не вызывать. Я ведь вашим ребятам все рассказала, я ведь и не знаю ничего. Я кофе не пью, у меня только чай. Ничего страшного. Нина, последнее время не замечали ничего такого странного? Может быть, кто-то звонил мужу, что-то его обеспокоило? Или в поведении что-то его изменилось? Да нет. Все как всегда. Сергей не рассказывал дома про работу. Единственное, сахар. Нет, спасибо. Он был какой-то сосредоточенный. Все время о чем-то думал. Я его спрашиваю, а он не отвечает. Кофе. У вас синяк под глазом, да? Упала в ванной, подскользнулась. Очень заметно, да? Нет, нет, почти не видно, не беспокойтесь. Сколько месяцев? Два. Мы с Сергеем очень много лет хотели ребенка, но как-то все не получалось. И вот когда случилось чудо, его не стало. Тихо. Вам сейчас нельзя. Вы сейчас должны думать о ребенке, это самое главное. Спасибо. Я могу воспользоваться вашей ванной? Да. Вот сюда. Здрасте. Здравствуйте, Миш. А вы к Нине, да? Проведать приехал. Ей тяжело сейчас. Родных в городе нет. Она же из Казани. Да, понятно. Вы молодец. Молодец. Ну, счастливо. Я слышал, Шилов во всем признался? Да, признался. Но, знаете, он плывет в деталях. Такое ощущение, что он взял на себя убийство под давлением. Понятно. Уже купили? Не поняла, кого купили? Вас, майор, вас. Я знал, что Шилова будут отмазывать. Только не думал, что они с вами так быстро договорятся. В пробах отработанного масла номер 1 и 3 найдены идентичные присадки для двигателя. Это может быть доказательством того, что пробы взяты с одного и того же автомобиля? Вряд ли. Ну, это косвенное свидетельство, не более. Ну, ничего, мне пока этого достаточно. Здравствуйте, Борзова. Мне надо срочно встретиться с генералом. Пока. Пока. Я понимаю, что вас напугали, возможно, били. Вы взяли на себя вину за убийство, которое вы не совершали. Не понял. Неважно. Я понимаю, что здесь вы находитесь все время под давлением. Поэтому я вас перевожу в ШИЗО Борской спецколонии. Там вы будете в безопасности. Почему? Почему ментовскую эту колонию? Чего я опять не так сделал? Это на несколько дней. Официально вы отпущены на свободу. Так надо. Сейчас за вами придут. Что? Это что, с ума сошла? Хорошо, я понял. Что осталось? Что осталось? Ты идиотка Борзова выпустила Шилова. Фига себе. Вот же ж! Не нравится мне это особо. Мальчики, вас Ксепуров вызывает. Настя, когда же я увижу ваши глаза без очков, Настя?
Майор Борзова, а почему вы разваливаете дело? И кто вас уполномочил выпустить убийцу? Громкость убавь. Я уполномочил. Не понял. Ну все, хватит. Сейчас все молча сели и внимательно выслушали, что скажет майор Борзова. Во-первых, если я ошибаюсь, и Шилов убийца, я подаю рапорт и уезжаю куда подальше. Заметно. Во-вторых, Николай, вы должны позвонить Сорокину и сообщить о том, что я выпустила Шилова. Надеюсь, вы этого еще не сделали. Сорокину. Если вы добавите несколько оскорбительных слов, мой адрес будет только лучше. Ну что вы, с этим я, думаю, справлюсь. Да, не сдерживайте себя. Хорошо, хорошо. И главное, вы должны сказать ему, что так как вы перенервничали из-за смерти друга, вы забыли одну важную деталь. Вы забыли забрать и посмотреть видео с регистратора в машине Никитина. Так как там запечатлен момент убийства, соответственно, у вас будет убийца Шилов. В конце разговора вам надо будет сказать, что машина Никитина находится на нашей спецстоянке. Завтра утром вы заберете флешку, и доказательства сопричастности Шилова будут у вас на руках. Да вы что, ребят? Майор бы... Алексей Сергеевна, какие у тебя основания подозревать Мишу Сорокина? Про основания потом. А сейчас выполняйте. И еще. Любую утечку информации про то, что сказала Борзова, буду воспринимать как предательство. Все, вперед. Звони Горохов. Сюда побежать. Вот же череп мясный, а? Лопулину взять. Вот сволочи. Вы правда думаете, что это я? Голову-то включите, черт! Миш, ты лучше молчи, греха подальше. Я не убивал Серегу. Сдурели вы, что ли? Зачем вы пытались уничтожить видеорегистратор? Затем! Затем, чтобы некоторые особо шустрые на меня убийство друга не повесили. Ну, Сань, ты успокойся. Не кипятись. Просто спокойно объясни, зачем тебе видеорегистратор? Я был там, Макс. Да. Это подтверждает экспертиза масла, взятого с вашей машины. Да, я там был! Но Серегу я не убивал! Миш, мы очень хотим тебе верить. Я очень хочу. Но пока как-то не получается. Макс, у Сереги были свои левые дела, понимаешь? Я поехал к нему, у него стрелка была там с кем-то. Он не сказал с кем. Я приехал, мы стали с ним перетирать. О чем вы говорили? Макс, я влезть хотел. А Серый мне говорит, не надо. Моя проблема, все будет нормально, я все решу, уезжай. Давай. Вы поссорились? Нет! Макс, мы перетерли на повышенных, все. Все, дальше. Дальше я уехал, а Серега остался, а его завалили. Макс! Макс, а скажи мне, а я откуда мог знать, что его завалят? Скажи, а? Так почему все-таки вы попытались уничтожить видеорегистратор? Мадам, а вы не догоняете? Да вот за тем, что я на этом регистраторе. Я. А если там есть я, а нет убийцы, тогда что? Что тогда? Ну, почему ты сразу не сказал, что ты там был? Почему? Да потому что это не важно, понимаешь, Макс, это не важно. Я не убивал Серегу, я не мог этого сделать, понимаешь, это невозможно. Михаил, мы выслушали вашу версию, а теперь я расскажу вам, как было дело на самом деле. Макс, ты не видишь, она меня валит. Макс. Вы тайно встречались с женой Никиты. Сыну не трогай, ты! Так, Миш, спокойно, я сказал, спокойно, просто успокойся. Она забеременела. Сергей узнал об этом, ударил ее. А он мне сказал, что он поскользнулся в ванной, но у них в ванной шершавое покрытие. Поскользнуться там невозможно. Сергей вызвал вас на серьезный разговор. Вы поссорились. Вы, Михаил, ударили Сергея битой. И потом лучше ничего не придумали, как подбросить биту в машину Шилова. Просто времени у вас было мало, все понятно. Бред какой. Нет, не бред. Когда родится ребенок, генетическая экспертиза подтвердит ваше отцовство.
отец. А знаешь почему? А потому что у нас с Ниной любовь. Я ее люблю, и она меня любит. Слыхала о таком? Когда два человека друг друга любят. Любовь называется. Нет, не слыхала. Макс, но я же не убийца, Макс. Ладно, Миша, все. Нина правда хочет. Давай. Колись. Серега. Серега отцом не мог стать. Нинка переживала, конечно, страшно. А у нас с ней... Короче, без подробностей. Серега узнал, Нинка испугалась, он ударил ее. Серега взбесился, мне позвонил. Давай встретимся, пацан, есть тема. Надо перетереть. Я понял, не дурак. Макс. Макс, я приехал. Я говорю ему, Серега. Серега, понимаешь, это жизнь, но бывает так. Любовь у нас, понимаешь, и все такое, Серега. Макс, а он взял и в драку бросился. Он как взбеленился, понимаешь, бешеный стал. Я его кулаком оглушил, а он вскочил и к машине побежал. А я думал, он за стволом, Макс. Я взял биту и ударил его, потому что я думал, что нужно остановить. Я не собирался убивать, понимаешь, Макс? Да не было у него ствола, понимаешь, не было. А я откуда знал? Макс, случайность вышла. Специально купленной биты? Биту давно купил, Макс, скажи, я не готовился. Вот здесь показания продавца спортивного магазина, которому вы, Михаил, купили биту за 40 минут до убийства. Алевтина Сергеевна. Да, слушаю вас. Пожалуйста, помогите мне встретиться с Мишей. Зачем? Ну, продукты там передать, вещи теплые. Сказать, что буду ждать. Вы все знали, да? Так вы поможете? Завтра утром приходите, я выпишу пропуск.